Привет, с вами я, Андрей Микс. Я нахожусь на даче со своей сестрой и со своим псом Рексом. Он выглядит как шлюп, это такой рысь. Ладно, ну я вам покажу, как он выглядит. Лёжа, хвостик тут, ляпки, когтики там. И ушки. И гляньте на ухо. Так, рысь. Слышите, как это вот такой... Вот так. Поднимись. Выходи, давай покажем. Поднимайся. Так, гляньте. Вон там вот. Вот. Гляньте на его. И вот там животик. Я не смог как бы сам посмотреть. Вот, гляньте. Все, ложись. Гляньте, гляньте, какие. Полячки. Мордашка. Так прикольно дрожит, кстати. Вау, просто вау. Какой крикий пёс. Мотор. Мотор маленький. Как мотор. Его на когти. Покажем его на когти. Гляньте. Смотри, там когти. Во! Вот смотри, смотри, во. Андрюх, я открыла когти. Гляньте, там когти видно, я вам сейчас покажу. Вон там где-то когти его находятся. Вот где-то тут вот. Вот тут когти находятся. Ответ вот это я понимаю. Ну, сейчас моя ассистентка Настя покажет, как все это выглядит со стороны вот. Настя, потанцуй с ним. Попрыгай, потанцуй. Настя, а теперь Настя, побегай туда-сюда, туда-сюда. Настя, а теперь встань вот сюда вот и просто вот так рукой. Давай. А теперь отпусти. Посмотрим, как он будет себя вести. Так, обнюхивает. Потащил. Гляньте, милый, у меня тюк. Гляньте, какой миленький. Миленький, миленький. Вау. Да вообще хрипунь. Он нас тут ждал примерно месяц. Если что. Вау. Вот тут, как я говорил, когтяхи его находят. Настя, забери его поводок и спрячь его куда-то. А я, Настя, подожди, а я ему вот так. Под стол, под стол, под стол, под стол. Не, Настя, не под стол. Вон она. Не, 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 не. Слезь, Рекса. Настя, да все, сюда! Сюда брось, а то нас выгонят. Ох, ё-моё. Всё, дай. Дай брось. Чтоб вы видели, как это от третьего лица, а сейчас это как от первого лица. Нет, вот так это выглядит. А покажи. Кстати, Рекса. Гляньте, Настя, подбрось его. Тут вот, подбрось. Хочу вам показать зубки. Так, все. Мне вот врасплох, Настя. Настя, ложи. О, зубы. Подождите, Настя, не тяни его. Не тяни. Настя, да не тяни ты его. Я тебе говорю. Просто утихомирь его. Там зубки. Покажи. Зубы покажу. Во, гляньте, какой сверкающий. Вон там. Ля, какой. Кажется, будто камеру облизывает. Это ж приближение просто. Так. Ну, да, милота, конечно. Милота. Ха-ха-ха-ха.
Хватит собаку мучить. Гляньте, какой прикольный. Звук. Вы надрыв? Все, облил. Иначе, иначе. Ой-ой-ой. Страшно опасно. Отпусти, пожалуйста. Ну, короче, так он у нас выглядит. И да, это продолжение видео, где... Ну, как мне... Как одно видео я хотел повторить. Ладно. Ну и на этом я буду прощаться. И всем пока-пока. Я желаю вам удачи. И не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Ну и ставить колокольчик. И писать комментарии. И всем пока-пока.